Кто у нас спалил и идет теперь рядом с нами? Ну давай, да. Давай, мы здесь. Привет! Привет! Привет, Кисюня! Ой, слышали, пел, так на весь парк было слышно. Надеемся, что он пел, потому что кто-то пел один, а он один вот тут ходит. Да? Давай, тебе вкусняшку за бдительность. А дальше давай. Ну вот, а теперь придется звать других. Не зовите, отдайте все. Никого не видно. Никого не видно, он сам. Угу. Так, доел. Ты доел. А не кто-то... А, так это что? Не ты пел? А кто-то там начал петь. Вау. Никто не появился на горизонте. Давай туда, на солнышко, да? Давай. Ой, вот здесь. Листик. Давай туда. Опа. О. Уже ближе? Ну что? Да поет и позовем. А ты куда уходишь? Ты куда ушел? Вот пошел петь туда? Смотри, взял и понес. Отбивает еще. Нет, он это эхо. Нет, он ворчит. Это эхо. Ну тут тебя совсем не видно-то. Ну вот такое. Пойдемте, будем звать. Может, кто придет? Ой, идет. Идем сюда. Кто-то там. Не сворачиваем. Сюда идем, сюда. Он знает, куда идти. Туристы не собьют его с пути. Да, идет сюда. А где остальные? Эй! Даже я никому не скажу. Иди отсюда, иди. Ай, Кисюня, сладкий пришел. И второй ты доел, уже бежишь? Ну, нет, ты такой, конечно, за всех хочешь. Ну, конечно. Так, подожди, ты пришел? Купаться надо. Туда. Он злой сегодня, видишь? А ты не гуляешь, да? Да, гуляют манюни, походу. Ну, короче, вы за них все теперь и съедите. Смотри-ка, а ты чего такой злой? Чего-то злой, да. Ты чего такой злой? Вообще, удивительно, конечно. У тебя папа, мама бы. Зачем такой злой? Зачем такой злой? Распугал тут. Угу. Так. Да что вы все за куст за этот ложитесь-то? Ну, как так-то? У нас такой злой лежит. Ну, он до этого тоже за кустом лежал. За этим же. Какой-то куст волшебный. Так, ну вы видите, пропало уже два льва из вашей шайки. Пора бы и сюда явиться посмотреть. И две львицы заодно. Ну, что интересного? Что тут творится? Хруст безе. Ну как так? На зубах. Красавчики. Бусинки такие. Не идут. Те, наверное, в загуле с девчонками там. Манюни оба. Загул у львов дело серьезное. Не есть, не пить, не спать. Можно девицу проморгать. Это ж страшное дело. Ну, зато вам, товарищи, сегодня достанется больше. Ну, мы можем туда пойти еще посмотреть. Ну, можем. Ой, идет еще один. Ау, Кисюнь, ой, идет. Вот там такой, смотрит, такой рот открыл. Кто там, что там? Так, работают конфетки. Ну, где ты там? Иди, стой. Иди сюда. Иди, хороший. Иди сюда. Откуда ж вы там идете? Где-то из-за холмов, наверное. Бог знает откуда. Иди сюда. А ты, может, кинь ему вон туда? А куда ты в прошлый раз танцору кидала? Увидел. Вот. А ну, то зовешь вас, зовешь. Ищи. Нет, не там ты ищешь. Давай, включай пятачок свой.
Подходи, подходи ближе. Вы же там под одним деревом точно где-то лежали. Ну. Давай, давай ищи. Подходим, подходим. Танцора все боитесь, что ли? Ты запугал их всех? Кто из вас пел? Кто пел-то? Обойди их тогда. Ищи, ищи, вот, нашел. Вот, вот. Нет? Я думаю, да, да, все. Ну, вам, ребята, пока не дам ничего. Не доедайте. Ну, кисюнь пусть доест. Все за троих. Да, а кто-то вот это вот. Все, гуляем. Не гуляем, а танцуем. А ну-ка. Та-да-да-да-там, та-да-там, та-да-там, там. Та-да-да-да-там, та-да-там, та-да-там. Я не танцую без угощений. Никак. А после угощений тоже не тем танцую, более. Потому что все. Да. Нас и туристов мы приманили. Ну, как обычно. Все как обычно. Ну. Да? Кисюнь доел? Мама! Только жопка с хвостом, вот это вот. О, девушка идет. Идет? Да, вот выйдет сейчас. Вот она. Ой, вот красавец. Она. Ой, красавец. Она не подойдет, наверное, не тоже. Подойдет? Туда, да, туда, к манюню кидай. Еще одну ей кидай. Далеко они, конечно, вот это вот. Тут вот поближе, тут, да. Гроза района. Угу. Ты гроза района сегодня? Да, я такой. Я такой. Так, ну еще у нас там парочка в загуле. Ну, наверное, не придут. Конечно, ну давай подождем. Ну давай подождем. Ну, эти тут вот далековато, конечно. И вместе неудобно, не снимешь нормально. Ну, туристы пришли. Идем. Пошел а, туда. Вот он. Отжимать пошел? Не знаю. Он умеет? Все кусты. О, кто-то поел. Уходит. Начинает кто-то петь. Угу. Ну там где-то, наверное, упало. Запах остался. Он теперь мстит Манюню. То они ж все возле него ложились. Теперь он туда ходит. Разверните сердечки свои к лесу задом. Так срочно, срочно все кусты тут спилить надо. Так. Все, доели. Одна барышня. Ее карамель стоит. Видели? Как вкусно. Где этот развалился? И все там. Ну, класс. Да? Остатки все до сладкие. Да, сюда кидай. Вот. Пусть сюда идут. Вот кто сюда придет, тот и получит. Вот идет Манюни девушка. И тут выкусит. Подожди, подожди. Ну вот. Девушка опять все равно. О, так он гуляет. Что такое? О, что такое? Что такое? Манюня ж бросил копыта свой. Все потерял. Еще. Потерял. Ну, девушка там кто?
Девушка легла, погоди, там одно еще осталось. Ищи, ищи, иди. Ищи, где ты бросил его. Нашел? Не знаю. Не, он нашел. Да? Угу. Он его, да, оно полетело просто. О, ну хоть не закуп. Тут хоть это. Опять, конечно, попом. Один попом. А девушка зажата, да, потому что. Нам назад по тропинку, там вот просочилась. Задом, задом, да. Нормально. Что? Собственник. Угу. Ну, гуляющий или любой собственник. Не, не докинешь. Ну, можно кисюньки, но доест когда. Кто первый доест, того и тапки. Коалиция идет, смотри. Иди, иди сюда, иди, девочка. Иди, иди. Вот сюда, вот сюда, между этими. Ну, вон, между кустами кинь. Она подойдет. Нет, не сюда. Вот туда? Вот, вот, вот туда, да. Вот где манюль лежит, там рядом. Да не подойдет она. Не подойдет? Ну, а там кинешь, он придет. Ну ты ж посмотри сюда. Вот если я сюда, чтобы тропинку. Ну, значит, может это. Кисюнь. Смотри сюда. Видишь? Кисюнь. Ну, кида. Так, куда идет? Ага, и танцор за ней сразу. Давай, бери копыта, текай. Бери ее, он все равно там будет сидеть. Ух ты, бухнулась, так бухнулась. Угу. Лёва, ловки, брошки. Да, да, да. Ну, ты красивый, конечно, но ты ну, ты больше всех схомячил. Ты свое успел. Вид не переживает, что я что-то не дают, не дают, да. Он же ж первый пришел. Все, ты тут и сядешь? Нет? Квит сойдет, смотри. Будет кушать, да. Да, 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 да. Не, конфеты не ему достались, конечно. Угощение всем поровну досталось. Кстати. Кроме девочки. Девочки две штучки, да. А так? Чего? Манюнь, манюнь такой. Напрягся. Там за кустами такой. Да. На детей, как на слабое звено. Он очень любит деток. На завтрак, обед и ужин. Высматриваю сразу слабое звено. И львица. Как они делят львицу свою? Не делят. Да, да. Куда хочешь, туда и хочешь. Это не они делят, а она выбирает. Другой за губы, другой за живот. Такие глубокие познания у подростка. Что, пошлись на львов посмотрели? Нет, у нас времени немного, это. Ты же сказал, тебе львы не нравятся. Ну они красивые, милые. Да? Тебе же они не нравятся. Показывайте, да? Кто вообще это бросил? Ну только троим бросили. Он сам бросил. Мальчик полный негодования. Да, как так? Троим бросили. А вот за такую вот несправедливость. Жуткую несправедливость. Да. Молодец, борец. Но мы-то знаем, что в этой компании всем досталось поровну, кроме девочки. Ну тут уж. Девочке надо фигуру беречь. Ну посмотри сюда. Красавчик. Угу. Сердечко. Ой, ты сладкий. Красотуля.
один лежит попом, второй вот это встал тоже такой, видеть вас не хочу. Ну, здравствуйте. Свою мадам. Эй, ой, ты хороший. Там уже пустой пакетик. Ты да, далеко? Все, мусор. Да, пошел за тобой. Ох, тут-то громко кто-то поет. Идет обратно, нет? Пришел. Так, а что там? Что там лежало? Че, танцевать будешь, нет? Танцор. Кто из вас солист был красивый такой? Не признаю. Угу. Ты на его хвост медитируешь, что ли? Ну, давайте. Отдыхайте. Опа. Ну, да. Барышня, потому что дольше всех жует лакомство. Пацаны раз-раз и глотнули. Она жует, грызет. Просто какая-то бесконечная карамелька. Пошел куда-то. На базу. Угу. Да? Переметить же территорию надо.